Ну, я думаю, что наша политика правильная в этом отношении. Ну, приглашают. Вот, понимаете, я бы приехал бы просто, даже если не любил бы человека, да, я образно говорю, я приехал бы ради ветеранов, которые отдали жизнь, освободили Европу, да. Вот к уважению к ним, нашим милым, хорошим, любимым, ну, люди, они уже, смотрите, под 90-95, ну, сколько, дай бог, что они бесконечно жили, ну, я имею в виду образно, да. И вот не приезжать, какие-то обиды, какое-то зло, еще чего-то. Ну, я этого не могу понять. Вот ради уважения к ветеранам нашим, да. Вот. Поэтому в этом отношении просто я вижу, что что-то не по-человечески.